Умалить себя – великая вещь пред Богом. Сам Господь умалил себя. Мы считаем у нашего Отца эти слова. Благодать в меньших живет, а не в больших. Так дал ему познать Господь. То есть, чем больше смирится человек, чем больше он идет на подвиг обнищания, тем выше он становится пред Богом, и тем он самым способен воспринять великую благодать.